Подключайся в мой парк таксуй на Майбахе, скачиваю в Play Market, выбираю удобный тариф и по промокоду Майбах получи неделю без комиссии парка. Также можешь писать в WhatsApp. Сегодня у нас пятница, поймал первый заказ с коэффициентом 1.1 с Врубеля до Воздвиженки. Сегодня смотрел ролик, конференция Яндекса там была на 2 часа целых, затянулась она. Директору Яндекса Худвердяну задавали вопросы по поводу беспилотников Яндекса, что они заберут работу водителей. Многие водители боятся, что в будущем у нас там станет меньше работы и все такое, там количество заказов уменьшится. Но в экономии, я думаю, это вообще нереально, потому что там просто неимоверное количество заказов. Было бы неплохо, чтобы беспилотники забрали какие-то невыгодные заказы, да. Было прикольно также посмотреть на сотрудников Яндекса, которые проработали там день курьером или день водителем, и у них сразу, так сказать, нервы сдают. Через час на другую сторону реки, я еще 20 минут сюда. Просто... заказ на реку. Так что вот хочется Яндексу сказать, вот цените своих водителей, потому что они работают чуть ли не каждый день. И у них-то, получается, как раз и есть эти железные нервы. Да? Так, а здесь как мне? Ну, да, меня не остановит. Мама тут уже встречает, да, нас? Да, если только быстро. Вот медведь стоит. А, он уходит. Ну, давайте вот здесь вот. Давай. Там он прогнал меня. Быстренько. Москву украсили так, как прошлый Новый год. Вот эти все бантики. Было и в прошлом году. Ничего нового, в принципе, не придумали. Ну, и так красиво, если честно. Будьте внимательны. Да иди ты, ёпта. Здесь ограничения по времени остановки. Одно и то же постоянно. Так, приехал в Москва-Сити, короче, уже жду минут 10. Мужик сказал, сейчас выйдет, я ему говорю, парковку уже придется оплачивать, а здесь она 400 рублей, по-моему, в час. Съебали отсюда. Девушка, осторожно, здесь все локировано. Ничего страшного, я все заплачу. Вот смотрите, какую царапину оставили. Вот, смотрите. 50 тысяч. Это все полировать нужно будет. Просто назад. Можно проехать. Просто назад. Здесь вот. Вот такой вообще ужасный водитель, если честно. На такой машине ездите и... Окей. Дальше. Мил, подожди. Сами, да, откроете? Хорошо? Да, хорошо. До свидания. Вот это люди со своих клиентов. Они к вам потянутся. Реально. Очень недружелюбные. Водитель. Я бы вам не поставила опять. Я бы ей вдул. Я бы вам тоже. Вот он, царапина, блядь.
смотрите, бабы какие существа. Я не стал обламывать парня. Захотелось ему пососаться, не знаю, там, ну такой момент у него там, блин, ну... Не стал я вот специально, потому что нормальный мужик был, видно было, когда садился. Баба, блин, села на него, блин, своими туфлями здесь все, не знаю, весь салон там обмацала. И в конце, я говорю, поцарапали там вот перегородку, и начинает, вы плохой водитель, ой-ой-ой. Извиняюсь, если парень, конечно, меня услышит. Пассажир написал. Здравствуйте, пожалуйста, побыстрее. Пассажир написал, очень вас прошу. Вот сюда, вот сюда. Я тебя жду, как последний воздух, блядь. Камеру вырубай нахуй. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. А можно мне, пожалуйста, прийти? А вот сзади. Не-не, вот здесь. Влад мой, а почему я это... Здесь вижу желтый, а подсветка горит синий. Я вдальдоник? Я не вижу, что там у вас на экране написано. А? Я не вижу, что у вас на экране написано. Там на экране, короче, подсветка показывала, что желтый. А я включил желтый, а подсветка синяя. Прикинь? Не может такого быть. Может. Это глюк. Но вон она меняется. Вон она включили разницу. Нет, меняется, все. Ну. А у вас виллиши пропускают? В смысле? А? В смысле? Ну, вилли там же этот. Но вы не вилли. Только белый салон написать. Я по вилли не работаю. Не работаю. А вам вилли нравится? Мне вилли нет. Наоборот. Я Посейдон, раздает, но спасибо. Хочет отношения, но спасибо. Как всегда, за все имена. Сегодня день какой-то, блин. То сначала эти сосались, целовались, друг на друга залезли. Сейчас, короче, парень едет с девчонкой и говорит, давай ты оставайся у меня, я тебе куни сделаю, блядь. Ёб твою мать. Я не записывал, к сожалению, но это жесть какая-то. Куни. Хуюни, блядь. Еще в машине давай куни делай, блядь.